Ну, конечно же, мы все благодарны ветеранам за их подвиги. И хотелось бы, конечно, их поздравить и сказать все теплые слова, пожелать им здоровья, счастья и удачи. Конечно, им этого не хватает. Хотелось бы сказать спасибо большое за все, за жизнь, за мир. Спасибо, что мы сейчас здесь, что мы сейчас стоим здесь, можем говорить, ходить, улыбаться, радоваться. Если бы не наши ветераны, то неизвестно, как бы это все было сейчас. У меня прадедушка воевал под Курском. Ему ампутировали ногу. Но он очень хорошо воевал и вернулся с войны живым. У меня прабабушка была на войне. Она уже как бы умерла уже. Вот. Что вы помните об этом? Что вы знаете? Ну, она рассказывала много всего рассказывала на самом деле. Ну, тяжелые времена очень были на самом деле. Голод, как бы вот эти угнетения всякие, как бы страх постоянный перед смертью, перед всем этим. Ну, ужасно на самом деле.